Так, станок форматно-раскроечный, бельгийский, Робланд, длина 3,20 мм, 2200 мм, в очень хорошем состоянии, 14 года, хороший год, да, нам они чаще попадаются более 5-6 года. Все регулировки, подрезка на отдельном моторе, разумеется, сам мотор 5,5 кВт, на подрезке 0,75, минимальная поцарапанность линейки, по которой можно судить каретку, да, за кареткой следили, тут ни зарезов, ни запилов, ничего особо нет. Комплектация, прижим, угловая линейка. Короче, все, что при нем обычно идет. Так, наклон. Транспортир вот здесь вот находится. Так, поехали. Главная пила. Подрезочка. Расклинивающий нож, вот он. Все красиво, тихо. Выключаем. Да, это еще продолжает пылесос работать.